ребята, вы на канале Джулия Джули, и с вами Юля, и сегодня я решила вместе с вами собрать пенал и рюкзак в школу. Хочу вам показать, что я с собой обычно ношу в школу, что у меня вообще есть в моем рюкзаке, и сегодня я решила вместе с вами собрать вот такой вот рюкзак, такой вот черно-белый. Он у меня из Вьетнама, поэтому решила сегодня его собрать, так как очень давно не собирала. Хочу вам показать, что я беру обычно с собой в среду, когда у меня всего 5 уроков. Так что, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и давайте начинать! На самом деле, я его ношу очень редко, вообще про него забыла. И когда разбирала рюкзаки, вспомнила, что у меня есть такой вот рюкзачок из Вьетнама. Он в магазине его во Вьетнаме, я вам все рассказывала в видео про Вьетнам. Это был 2019 год, если хотите, то можете посмотреть, потому что это видео, конечно же, у меня есть на канале, правда, оно... Ему уже где-то 2 года. Начнем с таких маленьких вещей и разложим их по карманчикам. А потом уже перейдем к учебным принадлежностям. Первое, что я беру, такой вот санитайзер. Я на самом деле вам его уже много раз показывала. Но просто он правда очень классный. Я постоянно его покупаю. Это уже какой-то по счету санитайзер, наверное, где-то 2-й или 3-й. Но он реально просто классная вещь. Поэтому складываем вот сюда вот в карман, чтобы всегда дезинфицировать ручки. Это вот такие вот наушники, потому что я их сейчас стала заряжать. И потом просто складываю ко мне в рюкзак, не всегда ими пользуюсь, но зато они у меня всегда есть в моем рюкзаке, потому что проводными наушниками я чаще всего пользуюсь, но зато беспроводные у меня всегда лежат в моем кармане и рюкзака. Дальше я беру с собой кошелек, вот такой вот в виде камеры, там у меня лежит обычно мелочь, и бывает выручает, когда срочно она необходима. Вот в этот кармашек, потому что, как видите, он, так скажем, потайной, вообще я не показала, кстати, вам, сколько кармашков в моем рюкзаке, то есть, смотрите, вот такой вот огромный карман в моем рюкзаке, потом вот такой вот потайной карман, можно так сказать, то есть, в основном кармане, и также вот тут вот кармашек, ну, еще есть по бокам, но я ими не пользуюсь, как я не ношу с собой воду, поэтому, как видите, мне нужны только вот эти 3 кармана. Вот этот карман я складываю обычно свой кошелек, поэтому давайте сложим. И что я еще туда складываю, это обычно у меня бывает такая вот расческа, ей очень удобно делать проборы, поэтому обычно она мне тоже пригождается, потому что, как видите, она вообще небольшого размера, но зато очень необходима и всегда выручает. Так что тоже складываю ее всегда туда. И давайте закроем этот карман, потому что он мне больше не пригодится. Кладу всегда вот такую вот смешную ручку, потому что она реально просто такая веселая, всегда поднимает настроение. И когда мне прям очень хочется какой-то веселой ручки, то я достаю ее, собственно, из кармана. Она занимает очень много места из-за этого вот пушка, поэтому обычно она у меня лежит всегда вот в этом основном кармане. Недавняя моя покупочка — такой вот крем-масло для губ. Я его постоянно тоже сейчас начала использовать. Оно реально помогает, восстанавливает. На самом деле я думала, что это какая-то опять фигня, но оказалось, что интересная вещь. Так что всем цвету можете попробовать. Я покупала в магазине Fix Price, и оно от Fito Cosmetics. Я, конечно же, не очень часто этим пользуюсь, на самом деле практически вообще в школе никогда, но с собой беру. Это вот такой вот биокрем питательный для рук. Он очень вкусно пахнет. Я все никак не могу его закончить, потому что хочу уже какой-нибудь новый себе крем купить тоже, чтобы постоянно складывать в школу, так как этот мне немножко поднадоел. Но этот реально крем просто находка. Поэтому тоже складываю вот сюда. На этом все. Этот карман мы закончили. Давайте переходим теперь к основному. Будем тоже заполнять. С недавнего времени я начала носить в школе очки. Я думаю, что вы видели их в некоторых видео. Потому что, на самом деле, видео, фото я не часто в них появляюсь. Но в школе они мне пригождаются. Поэтому складываем их с собой в школьный рюкзак. Вот сюда вот. Потому что всегда их тут храню. Они вместе с учебниками у меня лежат. И мне так удобнее и комфортнее. Вчера я ходила в школу с этим пеналом. Но он мне на самом деле надоел. И он вообще не подходит к этому рюкзаку. Поэтому на завтра я беру вот такой вот пенал. Как видите, он черного цвета. Правда, мне не нравится черный цвет из-за того, что на нем остается все, что просто не должно тут оставаться. Но зато он очень милый. Как видите, в форме котика у него тут такие вот ушки. И также сам по себе. На самом деле у меня есть практически совершенно такой же пенал, как пенал с котиком. Но решила, что все-таки, наверное, завтра не буду брать пенал с медведем, а возьму с котиком, потому что у него такие вот тут милые ушки. Вот карандашик, как видите, он просто белый. Я его, кстати, только вот купила. Как видите, он совершенно еще новый, огромный. Не знаю, даже поместится ли он в этот пенал. Надеюсь, что да. А, все, да. Отлично поместился. Его текстовый делитель. Потом я складываю, получается, вот такой вот зеленый текстовый делитель. И еще такой же розовый текстовый делитель. Обычно я ношу 3 текстовых делителя, потому что мне очень удобно, не нужно очень много цветов. Так что обычно ограничиваюсь 3. И еще я складываю с собой обязательно, конечно же, вот такие вот 2 ручки. Купила их тоже сегодня. Вот так вот они выглядят. Первая от Eric Kraus. Тоненький стержень. Она прям очень тонко пишет. А вторая ручка тоже от Eric Kraus. Но она уже противоположная. То есть она пишет уже не так тонко. Я сегодня даже, кстати, ей уже писала. Вот так вот она выглядит. И вот 2 ручки к нам в пенал.
Еще я беру с собой вот такой вот ластик, который, как видите, просто уже вообще не знаю на кого похож, но он очень классно стирает, и несмотря на то, что он не супер красиво выглядит, он все-таки мне еще выполняет должность ластика, поэтому, конечно же, я не хочу его пока что менять. Вот такая вот линейка в виде панды. Она вообще гнется по-разному, на самом деле я очень долгое время и не пользовалась. Я ее тоже, кстати, вместе с этим рюкзаком привезла из Вьетнама, но сейчас я начала ей снова опять пользоваться, поэтому давайте сложим ее в наш пенал. Они всегда, кстати, входят во все пеналы. А вот тоже отлично поместилась. Флешка, поэтому тоже ее складываем сюда. И еще у меня есть вот такой вот карандашик. Он, кстати, как видите, зеленого цвета и практически уже заканчивается. Он, конечно же, маленький по сравнению с тем белым карандашом, но я пользуюсь им сейчас значительно чаще. И на смену всегда есть у меня белый карандаш. Так что всегда у меня там два карандаша, ластик, линейка, получается, текстовыделители и две ручки. Я не беру с собой корректор, потому что корректором я вообще не пользуюсь. У нас многие учителя, в особенности по математике, снижают оценки просто за корректор, поэтому лучше им не буду пользоваться, чтобы не портить себе оценки из-за ерунды. Еще я часто кладу себе вот такие вот маленькие листочки. Можно очень быстро что-то записать, поэтому обычно они у меня тоже там лежат. Это очень удобно, практично и быстро можно записать любое задание. Так, теперь давайте складывать все-таки учебники, посмотрим, что мне на завтра необходимо. Мы сейчас взглянем в мой дневник, который я то заполняю, то нет. Как видите, первое у меня идет алгебра, но третьим уроком, потом астрономия, потом русский, и литература и история. Соответственно, мне нужно положить сейчас вот эти предметы все в мой рюкзак. Конечно же, я беру еще с собой дневник. Смотрите, на дневнике у меня обычно есть мое расписание уроков, чтобы всегда его помнить. Также теоремы, точнее правила дифференцирования, правила дифференцирования и формулы дифференцирования, потому что я их не всегда вспоминаю. И, конечно же, чтобы они были в видном месте, лучше всего прикрепляю на дневник. Так что вот так выглядит мой дневник. Тут моя вот такая валентинка прикольная мне подарили. И еще тут, получается, у меня вот такие вот значения обратных тригонометрических функций: синусы, аркосинусы, ротангенсы, аркотангенсы. Так что дневник, как видите, у меня весь забит математикой. У меня очень быстро закончилась тетрадка по литературе в этом году из-за того, что когда началась «Война и мир», я начала записывать себе краткое содержание именно по главам, когда их прочитаю, потому что так я точно все не забуду и буду отвечать на уроки. Поэтому я беру с собой тетрадку по литературе старую на всякий случай. Ну и также я завела себе совершенно новую тетрадку. Вот так вот она выглядит. Adventure, приключения. И, как видите, она еще совершенно новая, еще не подписала даже. Конечно же, беру «Войну и мир». Как видите, это у меня уже второй том. Мы прочитали полностью первый. И сейчас нам задали, конечно же, прочитывать уже второй том. Поэтому сейчас я складываю все это в рюкзак. Идем дальше. Дальше у меня получается эта история России. Беру такую вот веселую тетрадку по истории. Как видите, кстати, у меня на каждой тетрадке написан предмет «История России», учебник. Поэтому складываем, кстати, у нас тоже уже вторая часть. Напишите в комментариях, сходятся у вас учебники со мной, какие учебники похожи. Будет очень интересно узнать, что у вас похоже со мной. У меня тетрадка по астрономии, поэтому тоже ее складываем к нам в рюкзачок. Тоже новая тетрадка такая вот розового цвета, 18 листов. И еще есть такая вот фиолетовая, а желтая уже у меня как раз-таки закончилась, и я заменила ее на розовую. Поэтому тоже отправляем к нам в рюкзак. Рюкзак уже что-то очень сильно наполнился, достаточно-таки большой, но что поделаешь, еще остался целый один предмет. Получается всего лишь одна математика, обычно у нас часто она идет также парами, но завтра ее всего лишь одна штучка. Получается алгебра вот такая вот и начало математического анализа. Дальше у меня тетрадка по алгебре, кстати, уже третья за этот год. И, как видите, на ней тоже есть формулы и правила дифференцирования. Также вон там написано, что это алгебра. Ну и, конечно же, тут еще разные тоже формулы. Если мы откроем сейчас, тоже увидим разные формулы, потому что мне так удобнее запоминать. И, на самом деле, на первой странице у меня особо ничего нет. Там просто было домашнее задание. Поэтому я вот тут разместила все свои формулы. И тут тоже, на самой тетрадке, точнее под обложкой. Еще у меня, кстати, есть целый справочник по математике, как видите, он так и называется, просто закрылось опять-таки это формулами. Тут также три смысла производной, как они называются, с этими формулами, с формулами, где применяются для производной и так далее. Тут, смотрите, формулы двойного аргумента, синус и косинус суммы разности углов. Вот также определение производной, смыслы производной, формулы производной, что такое дифференцирование. Также интегрирование, поэтому все, что необходимо по математике, у меня есть в этом справочнике. Во время закрывать мой рюкзак. Мы все с вами собрали, все, что мне было необходимо. Также пеналы даже взяли.
Поэтому теперь закрываем просто рюкзак, и все. Наш рюкзак готов, я готова идти в школу, поэтому сейчас я просто уже буду отдыхать. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео, и оно было полезным. Если это так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что у вас лежит всегда в вашем школьном рюкзаке, будет очень интересно почитать. Пишите в комментариях, если хотите еще больше видео про мой рюкзак, если вы хотите, чтобы я собрала какой-то другой рюкзак, так как у меня их достаточно-таки много, другие пеналы или на другой учебный день. Пишите в комментариях, я буду обязательно это делать, обязательно собирать. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Все на это все. С вами была ваша Юля и мой рюкзак. Всем желаю счастья, добра, до новых встреч и всем пока-пока!